полдня, говорю, ходили что-то, совещали. Вы слышите, что творится там? Совещались, потом в два уехали на совещание. Без 15:05 они поставили ограждение, хотя оно уже было, в виде заборчиков. Нафотографировали это все, сказали что-то нам для отчета, собрались и уехали. Мое состояние какое? И я знаю, что если бы, не дай бог, я там оказалась, он бы, наверное, руками выцарапал, он меня достал, а я ничего не могу сделать.